В нашей клинике много времени и внимания уделяется здоровью женщин. Прежде всего беременных женщин и женщин, которые только собираются стать матерью. Планирование беременности – важный шаг в жизни каждой женщины. Женщина, которая собирается стать матерью, проходит необходимое обследование, дабы убедиться, что ее организм полностью готов к вынашиванию ребенка и родам. Помимо обязательного осмотра гинеколога, такой женщине рекомендуется пройти осмотр врача-терапевта. Назначение лекарственных средств при беременности сопряжено с определенным риском, потому что многие лекарственные препараты могут негативно сказаться на здоровье мамы и ребенка. Поэтому основная задача врача-терапевта с акушером-гинекологом – это подобрать правильное и безопасное лечение для беременной женщины. Также врач-терапевт во время беременности, консультируя женщину, обязательно даст рекомендации по режиму труда и отдыха, рациональному питанию и профилактике вирусных инфекций беременной женщины. Приходите к нам в клинику. Будьте здоровы!